Издалека, из тех времен, когда только возникла северная столица России, Санкт-Петербург, начинается история удивительных изделий, о которых расскажет наш фильм. Почти 2,5 века назад была основана знаменитая порцелиновая мануфактура, ныне Ленинградский фарфоровый завод. Долгое время он поставлял свою продукцию во дворцы российских императоров. Русский фарфор дарили монархам Европы. Сегодня эти изделия, украшенные императорскими монограммами, стали бесценными музейными экспонатами. Подлинным чудом прикладного искусства признан русский фарфор. Издавна славится, отмеченный изяществом и тонким вкусом, выпускаемые здесь же фарфоровые скульптуры, своего рода маленькие чудеса. Сам облик города, где работают мастера ленинградского фарфора, во многом определен взаимодействием архитектуры и скульптурного декора. И, конечно, это сыграло свою роль в развитии искусства фарфоровой миниатюры. Раньше фигурки животных и птиц появлялись лишь изредка. Но популярность их оказалась столь велика, что со временем завод начал широкий выпуск анималистических скульптур. Видимо, это нечто большее, чем просто деталь интерьера. Что-то трогательное, что-то заставляющее полюбить фарфоровую статуэтку. Может быть, здесь сказалось извечное стремление человека к одушевлению окружающей природы, к образному восприятию мира. Модели будущих изделий разрабатывают для ленинградского завода художники, хорошо знающие и тонко чувствующие природу. Речь идет не о том, чтобы точно скопировать живое. Необходимо задумать и выполнить фигурку такой, чтобы она как бы оживала в фарфоре. Создавая художественный образ, скульптор передает красоту и повадки зверей и животных, их характер и совершенство форм. Причем добиться яркой выразительности помогает художнику сам материал, рецептура которого также совершенствовалась веками. Это именно тот случай, когда форма и материал представляют собой органичное и неразрывное единство.
декорируются такие изделия под глазурными красками. Декорируются вручную, с той же непринужденностью рисунка, что свойственно самой природе. Ленинградский фарфор прекрасно передает характерную для животных пластичность и плавность линий, динамику движений. Увлечение собаками становится среди горожан все более массовым. Это естественная реакция на стрессы городской жизни, на отчуждение от природы. Статуэтка собаки в доме – источник тех же добрых чувств и хорошего настроения, что дарит настоящий четвероногий друг. Фарфоровые фигурки собак полны внутренней динамики, напряжения, жизненных сил. Рождение из пламени – это всегда чудо. Здесь, на Ленинградском заводе, обжиг, как солнце, дарит фарфору жизнь, яркость и глубину красок. Наверное, каждому человеку нужно, чтобы в его жизни были свои маленькие чудеса. Эти чудесные фарфоровые статуэтки из Советского Союза.